Игорь Дадон пообщался с сотрудниками больницы и узнал, что благодаря слаженным действиям медиков и местных властей эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Сейчас в лечебных учреждениях района 43 пациента с коронавирусом нового типа. За время эпидемии выздоровели 2 человека, скончались 3. Во время своей рабочей поездки президент навестил 93-летнего Ивана Петровича Каваджи, единственного ветерана Великой Отечественной войны в Бессарабском районе. Президент поздравил ветерана с прошедшим Днем Победы, вручил ему Орден Республики и пожелал здоровья и мира. Также Игорь Дадон возложил цветы на мемориале воинской славы. В завершении рабочей поездки в Бессарабский район глава государства провел встречу с его председателем Петром Пушкарем. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также ситуацию с распространением коронавируса.